Всем привет! Это Кривой Рог. 9 утра на градуснике плюс 30. Сильная жара отступила, уже полегче. И свет меньше стали отключать. Вчера отключили всего минут на 20, наверное, кажется, даже полчаса не прошло, и уже опять включили. Вот это мои всходы, это грядки, которые я засеяла после уборки чеснока. Это всякие тут у меня редьки. Это клубника отошла, потому что я ее так сильно обрабатывала от болезней и вредителей, что думала, клубника пропадет. Ну ничего, все хорошо. Портулак до того растет. Просто не успеваем его убирать. Еще ни в одном году так обильно он не рос. Это спаржа. Ежевика хорошо развивается. Это место ей понравилось. Я ее пересаживала с огорода. Это розмарин, такой пышный кустик стал. Это ряд ежевики здесь. А здесь это на земле отцветшие цветочки гибискуса травянистого. Гибискус травянистый садовый. Вот такие огромные у него цветы. Очень цвет красивый. Цветов много, и он еще долго будет цвести. Вот сколько у него еще везде бутонов. Абсолютно неприхотливое растение. Огромный красивый куст. Зимует прекрасно. Никаких подкормок ему не надо. Вот посадили, и он себе цветет и цветет. Вот такие у него толстые стебли. На зиму их надо обрезать, но оставлять где-то сантиметров 20-25 от земли, просто чтобы не потерять куст. Зацветает он поздновато, где-то в конце мая, в июне, скорее в июне. Цветет долго и очень красиво. И вот больше с ним ничего не надо делать. Размножается он семенами. Вот эти коробочки. Вот уже пустая. Цветочек отпал. И пустая коробочка. И вот там внутри будут черные семена. И можно вот так отламывать ветку, ставить в воду. Очень быстро пускают корни. Но еще лучше всего, конечно, делением куста размножать. Каждые 3 года рекомендуется его выкапывать и разделять. У меня уже 3 года прошло, но я его уже 1 раз выкапывала на 4 части, разрубила прям топором. Раздарила подругам и себе 1 оставила. И он вот это такой красавец. Очень красивое и неприхотливое растение. Всем рекомендую иметь в своем саду такой гибискус. Просто красота. И никакой с ним, никакой возни. Если где-то ветка мешает, можно ее обрезать. Так что заводите себе в саду на солнечном месте. Кустик можно немножко подвязать, но мне нравится вот такой он раскидистый. Он здесь никому не мешает. Вот эта розочка желтая, очень красивая. Сейчас буду здесь поливать все. Размножать гибискус делением куста – это, на мой взгляд, самый надежный способ. Мне он больше всего нравится. Это, конечно, тяжело, трудно его выкапывать, трудно делить. Но здесь будет гарантия, что сохранится сорт гибискуса. Они бывают разные. И если вы хотите какой-то определенный сорт, то лучше всего. Я
покупала вообще-то его на рынке за 15 гривен почти даром. Он продавался уже с цветком. И вот такая красота выросла. А это летняя хризантема. Она уже процвела один раз. Вот этот куст полностью был покрыт вот такими яркими желтыми цветами. И вот на ней снова много-много бутончиков. Немножко пройдет времени, и она снова зацветет. Вот еще один куст. Тоже весь был в цветах. Сейчас весь в бутонах. Тоже будет еще раз цвести и до самой осени. Просто необыкновенная хризантема. Очень красивая. Собрала помидоры. Приготовила шланг. Но уже жарко для полива, так что поливать будем здесь уже вечером. Виноград еще не совсем созрел еще. Надо подождать, но выборочно уже можно есть. На шапочках гортензий уже появляется розовый цвет. Это ванила фрайз, а это фрайз мельба. У нее цветы поменьше, но они еще будут увеличиваться. Она более поздняя, чем ванила фрайз. А это лидия самарская. Она у меня цветет. Первый раз ее в том году купила. Она вообще должна быть прямо малиновая. Может быть, будет потом розоветь. Пока она белоснежная, но цветы очень красивые. Тоже большие, огромные цветы. Красота. Эта елочка очень подросла. Вся болела после обморожения. Сейчас красивая. А это роза. Розовая королева. Я ее так называю, потому что покупала черную королеву. А она зацвела розовыми цветами, но она пышная, как королева. Она сейчас отдыхает, скоро снова зацветет. Будет красота. Желаю всем поменьше отключений света, умеренной температуры, без аномальной жары, хороших урожаев. Всем мира и добра!